Ну вот вопрос, который мы должны для себя поставить, что такое истина? Ну, я думаю, что это слово ни для кого здесь присутствующих, и здесь присутствующих не новое. Поэтому я хочу обратить сначала вопрос слушателям. Что такое истина? Что бы вы сказали? Что неоспоримое. Неоспоримое. Разве есть что-нибудь сегодня, что-нибудь, чтобы не оспорили? Я такого вообще не представляю. Вот представьте сейчас, что только не скажи, все равно будут оспаривать, правда? Поэтому следующий вывод тогда у нас получится, что истины нет. Раз это неоспоримое, а все спорят по любому вопросу, значит, истины нет. Так что мы думаем, что это не очень, так сказать, фундаментально. У вас есть мысль? Объективное знание. Вот, тут есть вот, вы покопались. Потому что объективное знание, оно как-то двусмысленно звучит. То есть вообще знание – это некий образ, который у нас в голове, правильно? Объективное, то есть мысли сами по себе относятся к сфере субъективности, верно? Вот. А объективным может быть знание по содержанию. А в чем, так сказать, вот объективность? Если оно объективное по содержанию, но мы не отражаем, не выражаем это содержание. Если этого нет соответствия понятия объекту, который мы изучаем, то нет и истины. А истина есть соответствие понятия объекту. Истина есть соответствие понятия объекту. И как бы на этом можно было бы и успокоиться? Вроде бы. Но, как выяснилось в той же самой философии, что эта истина, в общем, такая пассивная истина, которая является простым отражением того, что есть. А человек от животных всех отличается тем, что он преобразовывает и условия своего существования из себя самого. Или через условия своего существования и себя самого. Поэтому никак нельзя понимание истины ограничиться на том, что совершенно правильно тут было сказано. Ограничиться нельзя. Это правильно. Но ограничиваться этим, если будем, то будет то же самое, как со всяким зеркалом. Зеркало правильно отражает действительность, правда? Вы мимо него проходите, оно вас отражает. Вы остановитесь, оно будет вас отражать, как остановившегося или остановившуюся. Точно так же озеро. Оно отражает летящие облака, солнце, птиц и так далее, правда? Поэтому, если мы вот так понимаем только истину, то получается, что наша истина, которую мы применяем к человеческому познанию, ну, особенно ничем не отличается. Там же зеркало тоже, это не то, что летает в небе. Зеркало – это не птица, но оно правильно изображает, зеркало воды правильно отображает тех птиц, которые над ним пролетают. Те звезды, которые светят ночью, правильно? Луну, которая отражается в водах. Поэтому ограничиться таким вот познанием мы не можем. Человек, познавая действительность, он ставит своей задачей, как человек действующий, человек активный, человек, который отличается от животных очень многим, прежде всего тем, что он человек общественный, трудящийся, говорящий и разумный. И он в своей деятельности свободен, не абсолютно свободен, он не может прекратить какие-то законы природы, да, или общества, но он может действовать, будучи ограниченным только вот этими законами, и зная эти законы, и может господствовать над обстоятельствами. И вот господство над обстоятельствами сознанием дела называется свободой. Я вам бы очень советовал это понимание свободы, которое Маркс разработал, зафиксировать, потому что оно редко встречается. Да, господство, свобода – это господство над обстоятельствами сознанием дела. Сознанием дела. То есть, если я
не господство над обстоятельствами, а обстоятельства господствуют надо мною, то, говорят люди, не свободны, правда? Я вынужден делать то, вынужден все, куда меня жизнь толкает, так сказать. Вот приходится, если заболел, надо идти в поликлинику или в больницу. Если кончилась еда, значит, надо идти в магазин. Кончились деньги, и вы свободны, можете никуда не ходить. То есть человек является продуктом обстоятельств и воспитания, и если обстоятельства так складываются, что он, ему нечего решать, все, как говорится, за него решают эти обстоятельства, то он чувствует себя несвободным. Иногда свободу понимает как произвол, что я вот захочу, то и сделаю. А вы можете захотеть вот сейчас взлететь, если вы вылетите из окна и полетите вверх, можете захотеть, но свобода – это такое господство обстоятельство, которое сознанием делает. То вы еще должны знать, что существует закон всемирного тяготения, и так просто у вас вверх полететь не получится, вниз получится. Поэтому, если уж вам очень хочется спрыгнуть из окна, то идите на первый этаж. По крайней мере, обойдется без жертв. Ну, а или идите на 20-й этаж. И можете тогда по телефону, пролетая мимо 3-го этажа, сообщить, что пока идет вот с 20 по 3 полет идет нормально. Это, пожалуй, будет последнее сообщение, переданное по телефону. Иногда свободу определяют так. Свобода – это осознанная необходимость. И это очень всем нравится. Это так у Гегеля. Такое высказывание Энгельс произносит. Но люди, которые это читают, ну, по недостатку, может быть, такого философского образования или привычки, воспринимают такое вот утверждение как определение свободы. Например, если я скажу, что роза есть растение, это определение розы? Нет, потому что и крапива есть растение, и колючка есть растение, и кактус есть растение. Поэтому, если сказано, что свобода есть осознанная необходимость, это правильно. То есть это вот входит в понимание, выраженное словами «сознанием дела». Если сознанием дела, то я должен понимать, что если у вас напряжение 380 вольт, то не надо пробовать соединять два куска разорванного провода, потому что это чревато потерей не только здоровья, но и жизни. Но если это 10 вольт, то ничего страшного не произойдет. Правильно? Поэтому, скажем, есть такие слаботочные приборы, слаботочные сети, которые не опасны для тех, кто там кто-то их порвет или как-то затронет и так далее. Вот приведу такой пример. Человек украл 100 тысяч рублей, его посадили в тюрьму. Ну, судили сначала, посадили на 5 лет. Он 2 года отсидел и понял. Понял, что посадили его, что воровать нехорошо, что, следовательно, приговор правильный, что посадили его законно и справедливо. То есть он необходимость того, что его посадили, осознал. Спрашивается, значит, так что, считать можно, что он следующие 5 лет, поскольку его на 7 лет осудили, то он, значит, следующие 5 лет уже свободен, а находиться будет в тюрьме? То есть нельзя рассматривать вот это утверждение, что свобода есть осознанная необходимость, как определение свободы, а как утверждение, относящееся к свободе, конечно, можно рассматривать. Поэтому вот то, что я вам сказал перед этим, свобода есть господство над обстоятельствами, сознанием дела, она вот в этой фразе «сознанием дела» включает в себя понимание необходимости, которую нельзя обойти, с одной стороны, а с другой стороны – она не ограничивается пониманием необходимости, она само определение включает господство над обстоятельствами. А человек, собственно говоря, тем и занимается, и тем отличается от животных, что он преобразовывает обстоятельства. А если он их преобразовывает, сначала у него в голове появляется идея, мысль о том, как преобразовать действительность. Идея. Не все, что появляется в голове у человека, идея. Вот если потолок, я скажу, что он светлый, это идея? Нет. Что у нас погода неплохая, это идея? Нет.
Если начну описывать, сколько здесь столов, стульев, и рассказывать, кто и как здесь выглядит, и кто как одет. Эта идея тоже нет. То есть вообще, надо сказать, что всякого рода описаний очень много. И информации, может быть, передано очень много. А идей, на самом деле, тем более каких-то глубоких идей, интересных идей, на самом деле, очень мало. Идеи – это не любая мысль, а это такая мысль, которая нацелена, направлена на преобразование действительности, природы и себя самого, и самого человека, и общества. То есть идеи направлены на изменение мира, на изменение мира в соответствии с целями, которые ставит себе человек. Вот без идей это господство над обстоятельствами может просто вылиться в произвол. Что хочу, то и делаю. Возьму стул, сломаю. Тут есть какая-то мысль, для чего, зачем, почему. Поэтому идеи вырабатываются на самом деле на основе познания мира, на основе познания того, что мы определили как соответствие понятия объекту. Вот мы сначала должны правильно мир отражать, и если мы правильно отражаем мир, то мы можем поставить задачу его преобразовать. И вот такая мысль, которая напряжена, и это напряжение, так сказать, сводится к тому, чтобы преобразовать ту действительность, которая противостоит этой идее, или ту действительность, которая предназначена для преобразования, вот эта мысль называется идеей. Идеей. И вот если это понятие в идее, правильно? Вот это понятие сопоставляется с действительностью, но уже противоположным образом, не так, как вот мы говорили, что истина – это соответствие понятия объекту. А теперь надо, раз есть идея, теперь надо объект, действительность, преобразовать в соответствии с мыслью, правильно? В соответствии с понятием. И тогда можно сказать, что это другое понимание истины. Вот истина для преобразующей функции, которую выполняет человек, для преобразующей функции. Как она звучит? Соответствие объекта понятию. Вот мы находимся в здании на первой линии Васильевского острова. В этом здании много разных помещений. Они имеют разные предназначения. И прежде чем мы это здание было начато строительством, для этого, перед этим в голове у архитектора должна в значительной потребности, в подробностях возникнуть идея, как будет выглядеть каждый этаж и какие будут помещения на каждом этаже, и какая будет толщина стен, и рассчитано, какой будет фундамент, чтобы он выдержал это здание, чтобы оно не разрушилось потом. Какова будет высота потолка, на какое количество людей будет рассчитано какое помещение, учитывая, что все архитектурные объекты, они производятся на такой срок, что они переживают больше, чем одно поколение. Поэтому то поколение, которое занимается их созданием, не вполне представляет, как будет использовано это здание после смерти его создателей. А раз так, то вот, скажем, люди, которые являются глубокими в области архитектуры, людьми, которые смотрят далеко и являются настоящими творцами архитектуры, они делают такие здания и сооружения, которые следующие поколения могут использовать для самых разных целей. И, оказывается, эти здания приспособлены замечательно для самых разных нужд. Пример. Вот есть у нас Таврический дворец. Таврический дворец по заданию Екатерины был построен и подарен ею своему фавориту Потемкину за его успехи, как раз связанные с теми войнами, которые велись в Крыму. Потемкин, Таврический, так его и называли, соответствующие улицы так и идут, и обрамляют этот вот Таврический сад,
и Таврический дворец. С одной стороны Шпалерная, с другой стороны идет, с другой стороны Хирочная, а вот две параллельные улицы поперек – это Потемкинская и Таврическая. На обоих этих улицах стоит по одному зданию нашего университета. Это экономический факультет Чайковского, 62, угол как раз Потемкинская. А на той стороне новое здание, там тоже здание экономического факультета. А третье здание экономического факультета находится на Кирочной. Три здания там экономического факультета. И вот здание Таврического дворца выходит одной стороной в Таврический сад. Там искусственно создан большой красивый пруд, соответствующие горки, мостики. И эта вода прямо подступает к летнему выходу из этого здания, а с другой стороны, со Шпалерной, центральный вход, куда, так сказать, сделаны подъезды, крылья соответствующие. И вот этот дворец хорошо известен не только своей такой давней историей, не только уровнем исполнения и красотой, но и тем, что он использовался для самых разных нужд. И вы, наверное, не видели никогда, что какие-то были проблемы, чтобы, так сказать, что-то там ломалось, чтобы постоянно там ремонтировали его, чтобы что-то там сыпалось. Он строился в такое время, когда если бы там что-нибудь сделали, то, что сыпется, то посыпались бы головы с тех, кто в этом был виноват. Поэтому там все хорошо. После Октябрьской революции председатель Совнаркома товарищ Ленин искал место для того, чтобы провести первый конгресс коммунистического интернационала. И начали думать, какое место есть, где нужно, можно собрать было. И оказалось, что самым подходящим дворцом для этого, самым подходящим оказался Таврический дворец. У нас вообще вот в долгое время, пока не было юбилейного и СКК, было два самых вместительных здания, где могло собраться одновременно по 2000 человек. Это театр, да, Мариинский. Вот у нас однажды проходило партийное собрание университета. Я на нем присутствовал в Мариинском дворце. Не в самом дворце, а я имею в виду, что в Мариинском театре. А конгресс Коминтерна вот проходил. Оказалось, что самое лучшее, и когда поинтересовались в Европе, и наиболее приспособленное оказалось здание, это вот Таврический дворец. Позднее там был университет марксизма и ленинизма. Отделение горкома и обкома партии, отделение партийно-хозяйственного актива. Вот, скажем, тот крыло, которое ближе к Смольному, там такой большой кинозал, и вот в этом кинозале я читал лекции для директоров и секретарей парткомов. Так что я хорошо это помещение знаю, а в разных всяких маленьких аудиториях проходили семинарские занятия. А сейчас там что? Генеральная ассамблея центральных участников СНК. Почему генеральная? Просто ассамблея? Ассамблея стран СНГ. Да. Ну, поскольку-то эта ассамблея ничего не делает, то для нее тоже приспособлено это здание хорошо. Там хорошие очень столовые, хорошо там отдыхать. То есть там не только работать хорошо, но и отдыхать там тоже хорошо. Какие обязанности лежат на СНГ? А никаких. Ну, как бы можно встретиться и поговорить. Потому что это вот СНГ – это воплощение Горбачевской идеи создать ССГ – Союз Суверенных Государств. Вот суверенных – это и означает независимых, правильно? Только формулировка была такая. Вот якобы Горбачев разрабатывал новую конституцию, ССГ – Союз Суверенных Государств, они собирались под Москвой, обсуждали, как будто тут есть что обсуждать. Если страна независимая, то тут обсуждать уже нечего. Вот если мы с вами образовываем союз независимых или союз суверенных государств, то от того, кто и как проголосует, ничего не зависит. Каждый из нас
будет действовать в соответствии с тем, что ему в голову придет. Правильно? А не в соответствии с тем, какое будет общее решение. Этому общему решению, если страны суверенные, они не подчиняются. Я бы эту вот тему так подробно не раскрывал, если бы с ней не было связано очень такое знаковое событие. Вы, наверное, слышали, по крайней мере, или читали о том референдуме об СССР, который прошел 17 марта 1991 года. Недавно было 17 марта, и опять некоторые деятели, считающие себя коммунистами, ну, значит, праздновали это дело, дескать, вот народ высказался за что? За Советский Союз. Вот присутствующий кто-нибудь знает, какой был вопрос на этом референдуме? У вас интернет есть? Тут. Вот можете открыть? Вопрос на референдуме 17 марта 1991 года. То есть сейчас такую вещь, познакомиться, вспомнить, какой был вопрос, ничего не стоит, вот сейчас. Смотрят, и вы сейчас можете зачитать. Сохранение СССР. Вот зачитайте громко. Громко врачите. Пожалуйста. Обсуждался вопрос о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик. Вот, обратите внимание. То есть перед гражданами Советского Союза поставили вопрос, вы за обновленный союз советских социалистических республик как союз суверенных государств. Вот обратите внимание на строение этой вот фразы. Вы за обновленный союз советских социалистических... А в чем обновление? В том, что он из союза такого, который был, превратился в союз суверенных государств. Что такое союз суверенных государств? Суверенные – это разделенные государства. Абсолютно. То есть, если Советский Союз был федеративным государством, в котором были общие законы, и которые позволяли вести совместную деятельность, совместно планировать экономику, развитие культуры, науки, образования, медицины и так далее, то Союз суверенных государств означал вот то самое состояние, которое мы можем наблюдать, обратившись к деятельности этой самой вот СНГ. Ассамблеи стран СНГ. Как в гимне Советского Союза пелось «Союз нерушимый, республик» каких? Свободных. Так свободно они могут вступить в союз, а могут остаться суверенными. Как вы думаете, муж и жена – это суверенные два гражданина или они в едином союзе? Как только муж и жена становятся суверенными, брака уже нету. Суверенные. Там, а жена, если она еще не суверенная, она говорит, я тебе покажу суверенную. Суверенность. И наведет порядок. И тем не менее, вот вроде такую вещь можно до этого додуматься, но вот продолжается всякого рода по этому поводу спекуляции. Тут надо сказать, что сам народ был оболванен, но еще страшнее, что уже прошло больше, чем четверть века, и все продолжается разговор о том, что якобы народ проголосовал за Советский Союз. Народ хотел проголосовать за Советский Союз, это правильно, хотел. Но одно дело, что он хотел, а другое дело, за что он голосовал. И те люди, которые ставят вопрос на референдуме, они обдумывают этот вопрос и точно его формулируют. А когда они его сформулируют, то некоторые люди, которые это не обдумывают, попадают в ловушку. Они считают, что они голосовали за Советский Союз, а они голосовали за какой союз? Который должен превратиться в союз суверенных государств, то есть за разделение. А потом собираются три человека – Ельцин, Шушкевич и Кравчук. И они выполняют роль, волю этого референдума. Волю народов какие? После этого никто не должен, так сказать, трепыхаться, поскольку по воле. Давайте проведем референдум. Значит, ставлю перед вами вопрос. Утопиться, повеситься или застрелиться? Выбирайте любой вариант. Из этого что следует? Что тот, кто задает вопрос, может уже предрешить итоги референдума. В советское время референдумы никогда не проводились вообще. Почему? Потому что если мы поставим какой-то вопрос на обсуждение, то мы выработаем
ту или иную позицию, и тогда за эти позиции будем голосовать. И прежде чем мы не обсудим какую-то мысль или идею, что сделать, мы на голосование вопрос не поставим. Поэтому такая штучка, как референдум, в политике используется, как правило, за редчайшим исключением, когда вот речь идет о, так сказать, при решении вопроса о самоопределении нации. Скажем, проводятся опросы, и вот граждане решаются, за выход они или за то, чтобы остаться в составе государства. А те, кто заготавливает вопросы, они... А кто заготавливал? Яковлев, который является разрушителем Советского Союза, Горбачев, который является разрушителем Советского Союза. Вот они заготовили вопрос, который дает им возможность решить ту проблему, которой они были обеспокоены. Проблема была в одном – уничтожить, ликвидировать Советский Союз. Поэтому, когда сегодня, а это мы должны как журналисты знать и понимать, некоторые люди пишут, что Советский Союз развалился, и это покрывательство преступников, которые его уничтожали. Советский Союз не развалился. Советский Союз уничтожали, причем уничтожали довольно долго. Изнутри и снаружи. Причем, если вы боитесь поставить вопрос, а сколько лет строился Советский Союз? Революция была в 17 году, когда был построен социализм. Ну, в 35-м. 18 лет. А разрушение началось с 22-го съезда КПСС, который принял новую программу, выкинув из нее все то, что являлось главным в марксизме, в ленинизме и в социализме. Диктатуру пролетариата, цель производства. Вот когда оттуда это все было выброшено, начался переходный период от коммунизма к капитализму. Этот переходный период занял ровно 30 лет. То есть создавали Советский Союз 18 лет, а ломали его 30 лет. Причем ломали в то время, которое для вас уже является историей. И поскольку я вот вас вроде бы значительно старше, но мне в 1961 году было 16 лет, и в голове у меня был хрущевизм. Естественным образом, потому что в головах, так сказать, жителей, граждан государства находится то, что закладывается в связи с теми общественными отношениями, которые сложились. Самое это печальное, что эти решения были приняты не просто большинством, которое представлял Хрущев, а единогласно на съезде партии. Если правящая партия единогласно принимает решение, дескать, выкинуть из программы диктатуру пролетариата. Ну, кто-то знает историю этого вопроса и знает, что это главное в марксизме, в ленинизме, в учении, в теории социализма. А если второй человек не знает, он может, например, узнать из книги «Детская болезнь левизны в коммунизме», что такое диктатура пролетариата, такое вот более живое изображение Лениным, что это такое. Диктатура пролетариата есть упорная борьба. Кровавые и бескровные, насильственные и мирные, военные и хозяйственные, педагогическое и администраторское против сил и традиций старого общества. То есть как бы партия приглашает всех прекратить борьбу против сил и традиций старого общества, которые есть и сильны. Но если вы прекращаете борьбу против того, что вас подрывает или может привести к вашей гибели, то дальнейшие события разворачиваются по понятному сценарию. То есть все это уже вопрос времени, и поэтому можно считать, что, собственно, контрреволюция в СССР произошла в 1961 году на 22-м съезде, поскольку это не было собрание некоторой организации, а правящая партия, политически правящая, поэтому ее решение – это уже и государственное решение, которая определяла дальнейший ход событий. Вот поэтому мы возвращаемся снова к тому вопросу, который я поставил, к вопросу об идее, к вопросу об истине. Истина еще состоит еще в том, чтобы, если эта идея соответствует познанному, то теперь надо еще сделать так, чтобы то, что вы собираетесь делать, то, что вы собираетесь преобразовать, те преобразования, которые будут сделаны, чтобы они соответствовали понятию.
И от того, какие идеи будут поставлены, зависит, куда это поведет преобразование. Что можно преобразовать? Можно преобразовать хорошее в лучшее, а можно хорошее преобразовать в худшее. И можно хорошее преобразовать в мертвое. Поэтому, вот, скажем, если кому-то такая идея в голову приходит, что надо забраться на последний этаж 20-этажного дома и попробовать, как будет он лететь вниз, мы знаем же, сколько погибло тех людей, которые сделали селфи. Единственный плюс от этого, а во чем ведь есть свой плюс, что они умерли молодые, не в таком вот старческом возрасте, у них нет фотографий с морщинами и так далее. А зацеперы, которых, так сказать, пока не знают, что с ними делать, наше государство и даже правовая система, потому что им это ребята в возрасте до 16 лет, они или в метро они прицепляются к поезду. Вот если вы видели, сейчас между вагонами такие сделаны прокладки, на которые потрачено много денег, чтобы туда не залезть, между вагонами. Ну вот, я буквально вчера видел в газете, вот электричка, два человека, два парня, два мальчишки уже прицепились к этой самой электричке прямо на лобовые стекла. И держатся они там, как вы понимаете, на честном слове, потому что электричку трясет. Когда она наберет скорость, там будет вибрация, руки, которые держат, могут ослабнуть, и их гибнет. Какая ответственность? Поскольку им до 16 лет уголовной ответственности нет за эту деятельность зацеперов, а есть ответственность родителей за утрату контроля над воспитуемыми. Ответственность такая от 100 до 500 рублей. А тут вопрос стоит о жизни вообще ребенка, о жизни человека. Вот такая вот картина. То есть, с одной стороны, мы с вами разбираем такие, казалось бы, очень общие такие вопросы, что такое истина. И вопрос об этой истине очень тесно связан со всей нашей жизнью, потому что если вы выбираете какую-то идею преобразования мира, то, конечно, от содержания этой идеи зависит дальнейшее вполне. Причем, если эта идея отрицательная, разрушительная, то к ней тоже применимо это понятие истина. Она тоже истинная в этом смысле. То есть, соответствие, то, что собирались разрушить, то и разрушили. Если возникла такая идея что-нибудь разрушить, и это была цель, то в соответствии с этой целью это осуществлено. Применительно к войне, когда идет разрушение каких-то укреплений врага, противника, эта разрушительная идея носит и созидательный характер в то же время и, правильно? Но если это, так сказать, не связано с подавлением или уничтожением отрицательного, а само носит отрицательный характер, тогда и идея сама является разрушительной. Поэтому просто быть вот за идею или просто быть за истину, не разбираясь в том, а в чем идея, в соответствии с которой будет преобразована действительность, невозможно. Тут есть вот такая трудность и сложность. Сейчас в газетах сплошь и рядом пишут очень одобрительно, сочувственно о протестных всяких действиях. Что вот люди протестуют там против этого, потом эти против этого, а эти против этого. А что такое протестуют? То есть они не согласны с тем, что делают другие люди. А сами что делают? Ничего. То есть это чисто пассивное, чисто словесное отрицание. Какое у него содержание? Никакого. Потому что если я не указываю, куда я буду идти, а буду говорить, куда я не пойду, то мы сегодня отсюда не уйдем. Я возьму компас, на нем там 360 градусов, и начну более мелкие деления. Туда мы не пойдем, туда не пойдем, туда не пойдем. И буду вам рассказывать. Хотя существует такой способ отрицать все то, что негативно. Как? Сформулировать, куда пойдем. Надо сказать, что этот выборный практик очень широко применяется. Вот сейчас гражданин Навальный выставляет себя как кандидата в президенты России. Он очень эффектно
и даже, вам сказать, весьма эффектно, критикует чиновников, критикует злоупотребление. Но как человек, который долго получал и образовывался в Соединенных Штатах Америки и натаскивался на то, как надо вести пропаганду и политику, он никогда не говорит, за что он. Из уст Навального еще ни разу ничего не выскользнуло такого, еще было понятно, а что он, собственно, собирается делать. А мы уже с вами, умудренные опытом, мы знаем, что, скажем, тот же Ельцин, который критиковал Горбачева, строил свою выборную политику и пропаганду на чем? На критике всякого рода привилегий. Дескать, вот у Горбачева привилегии, у него там, они с Раисой Максимовной отдыхали на Фаросе. Раиса Максимовна, значит, не понравилась ей какая там плитка, она заставила всю плитку снять и плитку новую положить. Вот, управляла генеральным секретарем и так далее. Хотя она никаким государственным лицом не была. И поэтому народ воспринимал это весьма отрицательно. И есть даже такой анекдот по этому поводу, как Михаил Сергеевич, он же все время с ней ходил, пришел на рынок. А для того, чтобы... Но ее не взял. Не взял. Пошел один, чтобы его не узнали. Потому что раз ходит с женой, то значит, это не он. И себе на левое плечо посадил обезьянку. И ходит по рынку, интересуется, какие цены и так далее. Разговаривает с народом. Но никто на него внимания не обращает. Он тогда у одного пожилого человека спрашивает, вот вы знаете, кто я? Тот говорит, знаю. Ну кто? Горбачев, генеральный секретарь. Ну вот, говорит, Раиса Максимовна очень изменилась. Показывает на эту обезьянку. Вот кампания была очень бурной, вся была построена на борьбе с привилегиями. Как только я стал президентом, он сразу все эти привилегии расширил, увеличил. И если Горбачев осуществлял поворот к уничтожению Советского Союза, то непосредственным уничтожителем оказался Ельцин. Поэтому мы умудрены этим опытом разрушения Советского Союза, и поэтому вот не надо поддаваться столь дешевым приемам. Ну и в этом смысле польза от философии, что люди, которые занимаются, так сказать, философией, они, кроме каких-то решений немедленных и конкретных задач, они привыкают обдумывать, так сказать, возможные плоды или результаты действий, и не только ближайших, но и долговременных. И разбираться в том, куда это действие может привести и к чему. Например, даже слово «перестройка», если его обдумать и вдуматься в содержание, «перестрой» – это что такое? Это изменение общественного строя. «Перестройка» означает, давайте переделаем строй в другой. И вдруг люди оказались в другом обществе совсем другими общественными отношениями. Чего вы удивляетесь тогда? Мы же и говорили «перестройка». «Перестройка» вместе со мной-ка. То, что есть. И тот, кто обдумывал такие вещи, конечно, мог бы додуматься до того, что перестройка как самоцель. Это или вред, или глупость. Потому что можно перестроить дворец в хлев, а можно перестроить хлев в дворец. Перестроить хлев в дворец будет положительным действием, правильно, прогрессивным. А перестроить дворец в хлев, не думаю. Поэтому ходил Горбачев и приставал к людям, говорит, а вы за перестройку? Вы еще не перестроились? Тогда он к следующей пошел, а вы за перестройку, а вы тут не перестроились или не перестроились? И люди, так сказать, отвечали на этот вопрос, хотя сам вопрос обманный. Нельзя быть просто за перестройку или против. Скажите, какая перестройка, и тогда я вам скажу, за нее я или против. А не зная, в чем будет состоять преобразование, можно быть... Хотя песни такие пели, мы хотим перемен. Знаете такие песни. Вы хотите перемен? Хорошо, сейчас вот вы живете нормально, завтра у вас будет ни денег, ни дома, ни еды. Это будет перемена, согласитесь, правда? То есть как можно хотеть просто перемен, не соображая, что перемены могут закончиться лишением жизни, лишением здоровья или уничтожением крова над головой.
У нас что, вот были у нас до этой самой успешной перестройки, до окончания преобразований, до 91-го года бомжи? Нет. А почему? Как они могут быть? Не может быть бомжей, потому что у каждого было жилье. Было стесненное жилье. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но таких людей, у которых не было жилья, а как сделать, чтобы они стали бомжами? Они пропивали. А? Пропивали, проигрывали. Дьяволу проиграть правительство, оно не принадлежит им. Вот я вам докладываю, я как человек просвещенный в области экономики, профессор по кафедре экономики и права, я, например, свое жилье не приватизировал, сколько нас не звали, и вас еще до сих пор зовут, говорит, все, ребята, оставляем, сейчас только что объявили, в этом году, оставляем приватизацию жилья бесплатной. Вот сыр в мышеловке, знаете, что он бесплатный всегда для мышей? Бесплатный. Дальше зовут людей. Потому что как только мы вас зазовем, то тогда дальше уже действия очень простые. Вот приходили люди в начале этой самой приватизационной деятельности по приватизации квартир, приходят к вам домой с соответствующим оснащением, с ножами и с оружием. И предлагают, вот вы сейчас там заполняете, давайте лучше вы заполните, что вы мне подарили квартиру. Да? А поскольку у меня тут оружие, я приставить его могу к вашему виску, то вы с удовольствием это заполните за то, что я вас выпустил. И после этого квартира переходит ко мне. Десятки тысяч людей были убиты, поскольку они где-то начали возражать против этого. Ну, скажем, ко мне это не могло относиться по одной простой причине. А у меня неприватизированная квартира. Иногда приходят хмурые такие представители жилищного агентства, говорят, ну, конечно, это ваша квартира. Нет, говорит, это не наша квартира. Ну, а тогда, говорит, мы вам бесплатно вынуждены будем поставить ванную и новую раковину. Ну, ставьте, это не моя квартира, ставьте. Ну, а если она приватизирована, сказать, это ваша квартира, ваша. Ну, так и ставьте. Был такой интересный эпизод. У меня коллега, у которого я был консультантом по докторской диссертации, Олег Анатольевич Мазур, был первым заместителем главы администрации города Невинномысска. И вот там был град сильнейший. Вот такие градины с куриное яйцо падали людей. Одну женщину убило на остановке. Одного нашего знакомого так стукнуло по голове, что он полтора месяца болел. Еле-еле оправился. А все крыши, которые не новейшие, которые вот не вчера сделаны, а чуть-чуть более старые, все они разлетелись в пух и прах во всех частных домах. И вот приходит к главе или к заместителю главы администрации. Жители говорят, вот тут град разрушил дома. А это ваши дома или это государственные дома? Значит, есть детские сады, ясли, школы. Естественно, привлекли бюджет Ставропольского края и обновили эти все крыши. А что касается длинной очереди обычных граждан, у которых собственное жилье, ну, это ваше жилье, ваше жилье. Ну и что? Ваше жилье побил град. Кто должен ремонтировать? Кто? Ну, вы должны, так ваше жилье и ремонтируйте. А мы что, вы сюда пришли? Не мешайте работать. Точно так же можно сказать, это не ваше жилье, тогда не живите здесь. А? Ну, то есть точно так же государство может выгнать из жилья, если оно не... Да, живет. Так и есть. Мало того, я могу вам сказать, что еще есть жилищный кодекс, вот там тоже так интересно он сделан. Но люди это же не читают, они обычно не знают своего правового положения. Вот в жилищном кодексе написано, что если ваше жилье изымается для общественных нужд, бывает такие, публичных нужд, бывает, а именно, вот ваш дом вот там стоит, а мы решили дорогу проложить, сейчас у нас по генплану там будет дорога. Вот если у вас не приватизированное жилье, то вам нужно дать по существующим нормам по 32 квадратных метра на человека жилье в другом месте. А если у вас приватизированное жилье, то согласно жилищному кодексу, вам нужно дать деньги в сумме, равной рыночной стоимости вот этого вашего сносимого жилья. А скажите, пожалуйста, какая рыночная стоимость того жилья, через который пройдет дорога? Где-то ближе к стройматериалам, которые
останутся на месте вашего дома. И после этого появляются сразу бомжи, потому что у них этого жилья, которое было, нету, а новое им не купить. И бомжи есть во всех капиталистических странах. Вот я был один раз в Париже, всего там, считай, вечер, день и утро следующего дня. Первое, что я увидел, когда приехал в Париж, на поезде мы приехали из Брюсселя. Пару бомжей, которые за стеклами стоят. А почему они? Да потому что такая же самая история. Это человек, скажем, с сильной волей, он просто так вот не возьмет, не продаст. А другого может убедить, сманить. Он решил дочке подарить. Пока он решал, он удалось ему продать, а уже купить не удалось. Цены уже убежали, что он дальше не может. С горя он пошел с товарищами выпить. Товарищи помогли ему еще потратить деньги. Уже на эти деньги он точно ничего не купит. И все. И стал он бомжом. И тогда он должен искать зимой теплосеть, которая будет его обогревать, иначе он пропадет. А поскольку у него нет жилья, к нему приходят люди, говорят, дадим тебе денег, дай твой паспорт на время. Для чего берут паспорт у бомжей? Чтобы по этому паспорту оформить ООО, которое будет заниматься обналичиванием денежных средств. Какая ответственность за обналичивание? Хоть кого-нибудь наказали? Нет. И паспорта у него нет. Нет паспорта, нет жилья, а он еще есть. Ну вот если он есть, то и есть. Если он доживет до следующего, до лета доживет, то он будет летом сидеть на помойке, читать литературу. Ваши произведения, газеты, журналы, поскольку их выкидывают на помойку, погода хорошая, и еду приносят, пищевые отходы. А наступит зима, если будет минус 20, они все поумирают. И никто не заметит этого, и учета нет никакого. Паспорта-то у него нет, дома у него нет, паспорта нет, поэтому нет человека. Он еще есть, но его нет. Но потом его и нет на самом деле. И по-прежнему продолжают звать, дескать, это бесплатно, идите, идите бесплатно, приватизируйте свое жилье. А вам что нужно, жилье или собственность на жилье? Пользуемся но бессрочно этим жильем, пожалуйста. Дети, пожалуйста, дети прописываются там же. У меня внучка прописана. Вы продать не можете. А? Вы продать не можете. Вот это и хорошо. Потому что иначе меня, может быть, дети вот на меня набросились и говорят, папа, давай продадим. Деньги поделим. А сейчас такой проблемы нет. Поэтому у нас тишь гладь и Божья благодать. Вот как вы правильно, вот как метко вы формулируют. Прямо мне просто приятно даже. Правильно вы сели, мы так с вами будем в диалоге все время вести. Очень хорошо. А сейчас очень многие хотят поменять на деньги. А потом деньги в чью пропали, и все. Нет, почему? Многих это разменять. А что? Менять и раньше можно было. Менять-то кто? Никто не мешает. Всегда обмены были. В советское время обмены, пожалуйста. Ну, какая разница, государство, так сказать, это государственное жилье, может поменять на больший метраж зарплаты, там на меньший метраж, вам наоборот заплатят. Ничего такого тут особенного нет, это все это нормально. Так, ну вот, я немножко, так сказать, отвлекся на примеры, но на такие примеры, которые связаны с тем понятием, о котором мы говорим, что это понятие истины. Относится оно и к дому, в котором вы непосредственно живете, и к государственному дому, и к обществу в целом. В зависимости от того, какие идеи вы сформулируете, будет ли благополучным государство, или общество, или будет неблагополучным. Вот я вас спрошу сейчас, а какая цель у нашего производства? Сейчас он говорит, это плохо, это хорошо. Это мы будем писать об отдельных лицах. Иванов такой-то. Или капиталист, или предприниматель, сделал что-то плохое, или взяточник, он, или коррупционер. А цель какая у нас у производства, нашего производства? Тут. А? Какое? Тут производство. Ну вот сейчас у нас производство есть в нашей стране, какая цель у него? С какой целью ведут, кто ведет сегодня производство? Кто у нас организатор производства? А? Кто организатор производства у нас, нашей буржуазной России? Буржуазия у нас организатор производства. Какой целью капиталисты ведут производство? Да ладно. Капиталист продавать будет свое. Зачем ему продавать? О. А это то, что производит. Ну хорошо, продавать. А зачем ему продавать?
чтобы еще получить денег. А денег еще ему зачем? Чтобы еще было больше денег, да? Правильно? Вот. Это вы подходите вот к самому пониманию сути нашего производства. В чем суть производства? В самонакоплении, в самовозрастании капитала. В чем смысл капитализма и капиталиста? Если я капиталист, то довольно глупо рассуждать, что дескать, зачем мне столько денег? Как зачем? Это вот зачем вы три обеда съели? Это да, я поставлю вопрос. Зачем вы три обеда съели? Вы знаете, чем это закончится? А вот денег же много не бывает. Как, что значит много денег? Как вы можете сказать, что есть много денег? Деньги, они требуют самовозрастания. Если вы думаете, что это у нас не вполне последовательно реализуется, то это говорит просто о недостаточном информированности. Вот я, поскольку, понимаю, мы с вами тут выступаем как журналисты, поэтому мы и в сфере журналистики должны находить некоторые опоры для этого, для правильных выводов. Например, вот я вас информирую, что 17 марта, совсем недавно, в российской газете, которая является правительственным органом, в ней публикуются официальные документы, принятые законы обязательно публикуются в российской газете. Таким шрифтом, что вы их никогда не прочтете или глаза лопнут. Это, так сказать, это второй вопрос. Но они публикуются, потому что незнание законов не освобождает от ответственности за их выполнение. И вот в этой газете есть маленькая заметка на 6-й странице «Деньги к деньгам». И говорится о том, вот в отличие от некоторых представлений, что у нас нет таких, ни одного показателя, по которому мы опережаем весь мир, есть такие показатели. Например, за прошлый год число долларовых миллионеров в России выросло на 10%. Вот вы рады? Я не понимаю, что это значит. А? Не понимаю, что это значит. Это значит, что если было их, допустим, 120... Я не знаю, что значит долларовый миллионер. Долларовый миллионер – это люди, у которых есть не менее миллиона долларов. У вас есть миллион долларов? Нету? Вот вы и не понимаете. А те люди, у кого есть миллион долларов, те хорошо понимают. Раньше не понимали вы, потому что вы были не граф, не барон и, так сказать, не князь. А теперь, значит, если вы долларовый миллионер, это один разговор. А если вы не долларовый миллионер, с вами могут и не разговаривать. Есть более уважаемые люди. То есть человек, имеющий не менее одного доллара. Ну, правда, раньше более мелкие были. Вот Полонский, вам, наверное, известен такая фигура, который с приятелем договорились, собрали 7 миллиардов рублей у граждан Москвы на строительство жилья якобы, и эти денежки увезли с собой за границу. Вот этого гражданина зовут Полонский, который это все организовал. И уехал он в Камбоджу. И известен еще тем, что в газете «Коммерсант» он написал, что если у вас нет миллиарда рублей, идите в жопу. Я бы так не сказал, если бы это не было написано у нас в газете. Ну, не знаешь теперь это, где у нас нормативная лексика, где ненормативная. Если пишут в газетах, говорят, ну, раз пишут в газетах, это вроде как уже слово журналистики, но вон, это вот его отношение к людям, вот к вам, в том числе, ко мне. Потому что у вас же нет же миллиона долларов. Он бы с вами вообще не разговаривал, а я с вами разговариваю, потому что я такой же, как вы. У меня зарплата, конечно, больше, чем ваша, так сказать, возможно. Я думаю, у нас все-таки не так уж плохо с профессорами дело обстоит. Но мы не долларовые миллионеры, как вы понимаете. И зарплата наша не секретная. Могу даже сказать, я получаю 53 тысячи рублей в месяц грязными. Но это больше, чем 1480 рублей, что получают студенты дневного отделения. И намного. По отношению к ним я как чувствую себя прямо долларовым миллионером. По отношению к нам, наверное. А? По отношению к нам, миллиардерам, у нас же нету. По отношению к вам я долларовый миллиардер. Так вот, долларовых миллиардеров из той же газеты я узнал, рост составил за прошлый год 11%. Вот тут-то вы хоть порадуетесь, миллиардеров, то есть имеет больше, чем миллиард долларов. 11%. Все равно не вижу я вот на вашем лице как-то радости, не знаю. Ну как-то за страну-то надо же как-то. Ну что-то мы есть же какое-то первое место у нас. А это Европа вшивая. У них минус 4%.
долларовых миллионеров, у них сократилось в Европе. Ну, ну. И что они со своими санкциями? Вот у них все валится. А в мире всего 3% рост долларовых миллионеров. Средний по миру. То есть мы в среднем в 3 раза превышаем. Но вот эти люди, которые подготовили этот материал, это люди из Академии народного хозяйства и государственной службы. Вот этот институт такое исследование провел. И он зачем-то взял и еще другой край затронул, на котором мы с вами тут находимся. А другой край такой, а как вообще насчет реальных доходов трудящихся? И как насчет реального содержания зарплаты? Реальное содержание зарплаты, все вы понимаете, что такое, да? Реальное содержание зарплаты, это не сколько нарисовано там денег, а сколько вы можете купить на эти деньги. Вот поэтому зарплата может у вас расти, а реальное содержание зарплаты при этом может падать. Потому что если у вас инфляция 15%, а вам повысили всего лишь на 5%, то на 10% у вас реальное содержание упало. Вот в частности, недавно на днях наш премьер подписал на 1,5% рост индексации социальных пенсий. Это вот военным, ну, людям, которые особые задания выполняли. 1,5% как бы выросли у них социальные пенсии. А какая у нас инфляция была? Какая у нас сейчас инфляция в стране? Скажите, пожалуйста, товарищи журналисты. Вы же плоть от плоти с народом живете, знаете, как у него. Мы же должны чувствовать его дыхание. Сколько у нас инфляция? А? Ну, вы близко к истине. Официально, по официальному сообщению 4,5%. Но поскольку вы, как журналисты, понимаете, что происходит с гречневой крупой, там, со сметаной, с творогом, с капустой и морковкой, то там и все 30, наверное, есть. Но официальные данные 4,5%. Ну, вот, скажем, официальные данные 4,5%, в прошлом году были 14%, а индексация 1,5%. Что в итоге происходит? То есть происходит понижение реального содержания этих самых пенсий и маленькое-маленькое повышение, то есть меньшее понижение, чем могло быть. Вот. Значит, по отношению к 2013 году, вот теперь можете взять, помните, раньше все время 1913 год брали за точку отсчета. И это правильно брали, потому что это был очень успешный год до мировой войны. И мы, Россия на каком месте стояла в 1913 году? В мире. Почему? По экономическому развитию. Ой, да. Что? Кто сказал? Это кто вас так, кто же вас так информировал? Может, я вас проинформирую? Да у вас вон, сейчас вот вы наберете только, на каком месте Россия была в 2013 году, и там будет написано, на 5-м. Говорят, отстала Россия, отстала. Так она отстала, от 4-х отстала. Она могла быть отстала по своим отношениям, безусловно, правда? Потому что еще феодализм был, еще не было буржуазной революции. А вот в смысле экономических успехов, На пятом месте было. Как вот, если люди соревнуются в соревнованиях, люди на 5-е место заняли, это отсталые или это 5-ка лучших? Вот 5-ка самых сильнейших государств на 5-м месте. Сейчас мы далеко от этого отстаем. Вот сейчас-то мы действительно отстали от очень многих крупных государств. И вот реальные доходы по отношению к 2013 году составляют сейчас 90,5%, как написано в этой газете. А реальные зарплаты по отношению к 2013 году сколько составляют? 92,5%. А что это значит? Это значит, что все хорошо. Вот вы зря не радовались, если все как раз баланс. Если тут выросли долларовые миллионеры, а производство практически не растет, сколько у нас темпы роста сейчас нашей экономики? Ну это вот. Вот каждый журналист это должен знать, потому что это вот уровень средней температуры по палате. Какой у нас темпы роста?
Никто не скажет? А что, скрывают от вас? Может, и скрывают. Вообще-то я должен сказать, что журналисты должны быть дотошными, потому что иначе от них все время будут скрывать. Хорошее скрывают. Ну, вернее, правду могут и скрывать. Потому что вот вам напишут, вы узнаете и начнете кричать тогда. Как это так? Как вы допустили такое? А так вы молчите, и хорошо. Главное, чтобы журналисты помалкивали, и тогда, вот, если вам не сообщать, вам особенно не сообщают. Ну, если люди специально это ищут, то они найдут. Найдут, это не проблема. Также вот наберешь сейчас сказать, темпы роста экономики России за 2016 год. Вы открываете, я не буду вас сейчас затруднять, потому я вам лучше скажу, а вы можете меня перепроверить дома. А если вдруг перепроверите, найдете, что я ошибся, то вы тогда публично меня разоблачите, как обманщика и очернителя нашей капиталистической действительности. Значит, 0,8%. Это вот стало после того, как структуры статистики переподчинили Министерство экономического развития и торговли, министр который за взятку был снят и сейчас сидит в СИЗО. Но там традиции эти очень сильны, и, видимо, ничего не получается с повышением темпов роста, нельзя ли, если статистику этому министерству подчинить, может, лучше будут тогда показатели. 0,8%. Значит, вот представьте себе, что вы сидите в школе, ну, в классе в шестом, и вот появилось вот столько миллиардеров и миллионеров, а производство практически не растет. Что тогда на другом краю? Что тогда с зарплатами и с доходами? Ну, если не из производства это получается, не от роста производства, то от чего может получиться? Хотите, я вам покажу, как можно жить богато? Так, я не спрашиваю, сколько у кого сейчас денег. Сейчас у нас вот закончится лекция, и вы все свои деньги, которые у вас есть, приносите мне сюда и сдаете. Мы их пересчитываем. Вот. И вы мне их... Снимите, спуститесь вниз, там есть банкомат, снимите и сюда принесете. И посмотрим, какой я стал богатый. А вы будете так, вот смотрите, вас же много здесь, а я один. И вот я еще добавлюсь к тем этим самым 10%. То есть как можно сделать человека богатым? Очень просто взять у других людей. А если вы начнете, так сказать, думать, что я вам эти деньги отдам, то вы не знаете современного права. Я вам как специалист, как профессор по кафедре экономики и права сообщу, что я уже об этом подумал. Сейчас же сделан закон об индивидуальном банкротстве физических лиц. То есть сегодня вы издаете, я говорю, до следующего раза. У нас же встреча с вами будет в следующую пятницу. В следующую пятницу мы приходим, вы такие веселые. Почему вы такие веселые? Что я обратно вам эти деньги отдам. А я грустный, грустный. Почему я такой грустный? Потому что я обанкротился. Что значит я обанкротился? То есть деньги его не отдам. Правильно? Мне это стоит будет. Мне это стоит будет. Нет, 50 это мало, мне не обойтись. Мне придется 60 тысяч затратить. Вот вы почитайте, в трамваях написано, если вы хотите, чтобы вам юристы оформили индивидуальное банкротство, это будет стоить 60 тысяч вам. Вам-то не будет, мне будет стоить. Я оформлю его и с грустным лицом сюда приду. Вы знаете, я обанкротился. И вы как бы должны мне еще какие-нибудь деньги дать по существованию, потому что вроде я банкрот. Как бы это считается, что минус. На самом деле, хочу привести вам публичный и широкий пример. Кехмана знаете, который руководитель, художественный руководитель мало этого самого театра Михайловского? Вы не знаете Кехмана? Ну, как вы не знаете Кехмана? Кехман – это же барон, который возил бананы, банановый король. И он их возил и взял 4 миллиарда взаймы у Сбербанка и не отдал. Это то, что я у вас хотел взять и не отдать, это мелочь. Вообще, это даже нечего тут говорить. А он взял 4 миллиарда и не отдал. А как он сделал, чтобы не отдал? А он взял его в лондонском суде, в английском. Провел решение о том, что он банкрот. А наши не лыком шито сказали, нам этот английский суд ничего не значит. Хорошо, он тогда через некоторое время провел в нашем суде решение, что он банкрот. И тишина.
4 миллиарда. Вот вы тут собрались работать, зарабатывать. Человек пошел, взял в Сбербанке 4 миллиарда. Потом провел решение о банкротстве. Ну, немножко денежек. Из 4 миллиардов-то можно немножко и заплатить. Из этих 4 миллиардов выделить деньги, там, ну, полмиллиона. Ну, миллион. Из 4 миллиардов миллион – это немного же. Согласитесь. Я чувствую, вы с этими цифрами как-то вот все вы там, это 100 рублей, 200 рублей. Это вообще, это беднота. Ну что это? Что мы, куда мы пришли? Кто ему дал 4 миллиарда? Сбербанк. Но он руководитель. А он банановый король был. У него операции были. Он под бананы мог взять, бананы загрузить, целые корабли. Под бананы взять такой долг. У вас есть корабль? Нету. Ну вот, у вас этого графа нету, корабля у вас нету. Ну что вы, вот с кем мы разговариваем? Как я могу вам что-то объяснить серьезно? Как это народ собрался, я не знаю. Кто ему даст? Вам-то никто не даст. И мне, кстати, тоже никто не даст. Тут мне один мой товарищ, который был первым проректором нашего университета, говорит мне, давай, говорит, слушай, возьми в долг, для жилье получите. Университетская. Вот с сыном там договорись. Я, значит, с сыном договорился. Ну и пошел. Я тут представитель банка сидел. Прихожу я, говорю, вот мы хотим тут с сыном жилье. Он говорит, а какая у вас зарплата? Я сообщил свою зарплату. Тут так улыбнулся, сказал, Михаил Васильевич, мы с такой зарплатой ипотеку не даем. Вот и все. А вы тоже вот тут. Ну о чем вы говорите? Так. То есть, вот мы сейчас с вами увидели картину движения, которое, ну, которое вот означает, ну, некое соответствие между целью производства и теми данными, которые я вам привел. Я вам привел данные о росте долларовых и миллионеров, и миллиардеров, и о сокращении реального содержания доходов и зарплаты по сравнению с 2013 годом. Это соответствует цели капиталистического производства? Соответствует? Ну, капитал-то увеличился у капиталистов. Значит, все хорошо. А потому что вы не в счет. Вы в цель не входите. А был плохой строй социалистический. Там какая цель была? Всех одинаково. Ну да уж, прямо одинаково. Где такое вы читали? Это уравниловка, это страшное дело. Зачем это у всех одинаково? Наоборот, вот Ленин в «Государстве революции» писал, что вот справедливости и равенства первая фаза коммунизма дать не может. Неравенство остается, и неравенство несправедливое, потому что вот зарплату платят по труду, а у одного большая семья, а у другого малая семья. А зарплату ведь не от количества детей платят, а от работы. Один здоров, другой болен, а платят одинаково. Поэтому справедливости и равенства первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, неравенство несправедливое. Это дурачки какие-то рисовали это как строй полного равенства, а вот серьезные люди никогда так не говорили. Вот. А цель какая была? Значит, вот с ней была большая проблема. Вот и вы задумались, и не случайно. Если бы это была такая мелкая цель, я бы на вас напал, сказал, как вы не знаете цели производства? Там Советский Союз, слышали такое? Не знаете, какая была цель? Ну, как-то с целью, наверное, связаны были успехи, там, достижения. Сколько головок наведения было у ядерных у ракет, которые стояли на дежурстве в Советском Союзе и защищали наш мирный труд? Знаете, сколько? 10 на ракетах «Сатана». А на самых современных ракетах российских сколько боеголовок? 4. «Ярс» называется ракета. 4. Видите разницу? Что такое 10, которые пошли в разные стороны? Попробуй их поймай. И 4. Так вот, это вопрос старинный о цели. Потому что, когда готовился второй съезд РСДРП, была комиссия программная по разработке программы партии, в которую входили 3 человека. Плеханов, основатель русского марксизма, Мартов, в дальнейшем лидер меньшевизма, и Ленин. В дальнейшем, так сказать, лидер и вождь большевиков. И вот Плеханов подготовил основной текст и дал на обсуждение. И в тексте Плеханова, вот по этому вопросу, который я вам задал, было написано,
производства при социализме развивается для удовлетворения нужд общества. Вот вы так бы ответили, а вы даже не ответили. Плеханов написал. А Ленину это не понравилось. Он говорит, это нет, такое, говорит, производство еще и тресты дадут. Ну что, тресты не дают? Капитализм что, не дает удовлетворение нужд общества? Дает же. Ну не умирают же при капитализме люди, живут же. Ну, значит, нужды общества удовлетворяются, плохо или хорошо, но удовлетворяются. Хоть косвенным путем там, хоть я и прибыль хочу получить, но чтобы вам, от вас деньги получить, я что-то должен вам дать. Пирожки, сапоги. Ну что-то должен я вам дать вместо этого, потому что ты мне, я тебе. Этот принцип господствует. А Ленин говорит, нет, это не то. Поскольку это могут дать и капитализм, может дать и капитализм, но цель должна быть другая. Цель при социализме производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Первая часть, что такое обеспечение полного благосостояния, это создание условий для развития. Вы, наверное, знаете, что условия человеку можно создать, а развиваться он не будет, даже деградировать будет в условиях для развития. Не случайно говорят про новых русских, пушкинские слова повторяют, «золотая цепь на дубе том». А надо, чтобы не только были условия для развития, но и само развитие. Поэтому целью является свободное, всестороннее развитие. Если некоторые говорят личности, то есть мое, мне нравится, а вы уже не в счет. Я личность. Нет, у курсивом написано у Ленина. Не личности, а всех членов общества. Хотя таких деятелей очень много, которые пишут личности. И по этому поводу тоже есть анекдот, как Чукча. Поехал на заседание Верховного Совета, приехал с него. Его спрашивают, ну что, ты там слышал? Ну что, все для блага человека, все во имя человека. Так это и мы слышали. Ха, вы слышали, а Чукча видел того человека. А тут вот на самом деле не какой-то там личности, не отдельного человека, а всех членов общества. То есть вот это в понятие цели включено сокращение социального неравенства и постепенная ликвидация, деление на классы и социальные группы. А вот если мы сейчас по этому критерию посмотрим и, так сказать, по миру пройдемся, то мы должны будем сказать, есть такой показатель – децильный коэффициент, который означает отношение доходов 10% самых богатых к 10% к доходам 10% самых бедных людей. Вот в странах Скандинавии этот коэффициент составляет 3-5, в Европе 5-7. В Соединенных Штатах Америки, которые иногда мы критикуем и заслуженно, а иногда не заслуженно, 9. А вот в России 32. И вы опять не будете радоваться вот этому. Чувствую такое. Вот нет, сейчас уже вы радуетесь. 132. Обогнали Америку. Америка вообще сзади. 9. А? 10% доходов берется. 10% берется самых богатых и берутся их доходы. Потом берется 10% самых бедных. И берутся их доходы. Вот доходы вот этих 10% верхних и 10% самых нижних делится. Это числитель, а это знаменатель. Получается децильный коэффициент. Используется во всей мировой практике. Так вот, у нас 32. Вот есть, я знаю информацию, что у нас некоторые почтальоны в некоторых местах получают 2500 рублей зарплату в месяц. Медсестры получают по 7 тысяч в некоторых местах. Так, что из этого всего следует? Из этого следует, что вот этот вопрос об истине, он кажется сначала отвлеченным, но вот от того, какая идея будет положена в идею преобразования мира, зависит и само преобразование. И вроде бы с формальной точки зрения тут истина получается, да? Соответствие теперь действительности этому
этой идеи. А по другому критерию, что соответствует, вот считать истинным то, что соответствует вот задаче свободного всестороннего развития всех членов общества, не получается. Поэтому что взять за критерий движения вперед? То есть что считать истинным? Вот если более крупную идею взять, идею не вообще что-то построить, и не вообще что-то сломать или перестроить, а если взять такую крупную идею, сделать целью производства обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех обществ, то некоторые идеи покажутся тогда позитивными, положительными, а некоторые идеи негативными, отрицательными, разрушительными. И наоборот, если за цель производства взять самовозрастание капитала, то, я думаю, вот эта идея о том, что вот сейчас вы все соберете и мне сдадите, она, мне кажется, очень даже позитивной. У вас все равно много, каждого у вас денег мало, они вам не помогут. А я сразу, вот вам будет приятно, что у вас лекция ведет человек, ну, какой-то такой солидный, состоятельный. Не какая-нибудь там шантропа профессорская, да? Это же хорошо, это же здорово. Ну, я чувствую, я не обладаю красноречием, чтобы вас агитировать. Я так и знал. Вот цепляйтесь за какие-то, за нищету. Чего вам это деньги, за что они вам дадут? Ничего не дадут. Итак, мы с вами знаем два понятия истины. Одно понятие истины с точки зрения созерцательности, да, отражения мира, и второе понятие с точки зрения преобразования. И вот это второе понятие особо сложное, потому что дело не просто в соответствии той цели, которую поставил себе человек. Это тоже, можно сказать, понятие истины. А еще насколько истинна сама цель, насколько эта цель, как она связана с обществом, с развитием людей и так далее. Если речь идет об идеях, которые связаны с ростом благосостояния всех людей и всех членов общества, может стать это идеи позитивные. А если идея связана с обогащением только кучки людей, то идея тоже позитивная, но только для этой кучки. А для всех остальных негативные. Вот такая история. Положение о том, что истина – это соответствие знаний действительности, и которое является главным в классической концепции истины, разделяли и Платон, и Аристотель, и Фома Аквинский, и Гольбах, и Гегель, и Маркс, то есть представители, наиболее крупные философы в самое разное время это разделяли. Вот здесь уже было сказано, что истина объективна. То есть содержание нашего знания не зависит ни от человека, ни от человечества, что это содержание, оно от конкретных людей не зависит, а зависит от того, в чем смысл, в чем содержание проблемы. Из понимания истины как объективной следует ее конкретность. Вот есть разные понимания конкретности. Вы, наверное, слышали такие высказывания, что истина всегда конкретна. И не знаю, что с этим делать, с таким высказыванием. Что значит она конкретно? То есть, что нельзя высказывать, что дважды два – четыре? Что, дважды два – четыре не будет, если, так сказать, конкретно не укажете, что вы считаете? Да? Что значит конкретность? Вот конкретность в философии, в диалектике понимается у Гегеля однозначно как неодносторонность. Неодносторонность. Нельзя брать только одну сторону. Это не будет истинное понимание. Надо взять, вот если вы какой-то описываете какой-то процесс, описываете какое-то событие, нельзя показывать его односторонне. Ну вот, скажем, человек. Есть такие люди, у которых есть одни достоинства, нет недостатков. Нету. А есть такие люди, у которых есть самые нехорошие люди. Одни недостатки, а нет достоинств. Тоже нету. Правильно? Причем есть такое понятие в праве. Статья есть о мошенничестве. Как думаете, что такое мошенничество? Говорят, вот мошенники, что они делают? Обманывают. Не просто обманывают, это обманщики, а мошенники.
Это мошенничество, это злоупотребление доверием. Вот вы мне поверили, я вам злоупотребил, и я не поверю. А вы доверяете мне. И вот читаю я Ленина, и читаю я у него вдруг такую мысль, что тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Мне не понравилось. Думаю, ладно, читаю дальше, может быть, дальше что-нибудь лучше написано. Читаю еще, написано, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый идиот. А посмотрите, сколько у нас народу доверчиво относится к тем, кто их обманывает. Обманывают, банки пишут мелким шрифтом всякие дополнительные условия, после которых у вас деньги заберут. Всякие конторы ипотечные тоже ставят условия, которые потом позволяют это не отдать эту самую квартиру. Сколько таких существует случаев? Или вы в курсе дела вот это микрофинансирование? Сколько процентов? Пересчете на год. Микрофинансирование. А? Сколько? 100%. Нет, у вас размаха нет. Вам не капиталистом не стать никак. Да ну что, ну как это? Ну что ты, что? Ну как это? Ну, ужас вообще. Ну сколько? 2000. Но я, поскольку должен лекцию читать, и я должен пользоваться не только данными, которые я выписываю, то я для интереса, так сказать, как-то зашел в эту контору микрофинансирования. Так это, бодро. И говорю, у Петроградска, мне все равно по дороге. Как раз автобус мне не подошел. Говорит, а хочу взять у вас микрофинансовый кредит. Даете? Да, даю. Мне нужно каждый месяц по 20 тысяч. Ну, у меня тут пока сейчас временные там не тратят. Даете? Нет, говорит, первый месяц 10. Ну, хорошо, говорю, первый месяц 10. Сколько я должен отдать? 20. В конце месяца. Ну, хорошо, говорю, 20. В конце месяца уже 20. Уже 100% за месяц. А за год ты можешь себе представить, что будет? За месяц уже. Так. Я говорю, ну хорошо, я понял, 20. Ну а второй месяц я у вас беру. А второй месяц вы уже можете брать 20. А сколько я должен отдать? 30. И так дальше. Да, а так, говорит, дальше мы вам будем помогать. Я спрашиваю, вы мне будете помогать? Каждый раз я месяц 20 беру, 30 отдаю. 20 беру, 30 отдаю. Но я считать-то умею, а 30 отнять 20. То есть каждый месяц я им отдаю 10. И это называется, они мне будут помогать. И это, все это знают? Банки их покрывают? Они законные? Но если вы цель производства знаете, какая цель производства у нас? Обогащение малых. Ну, они обогащаются. А вы не хотите обогащаться, я понял, в чем дело. Вы не хотите просто обогащаться. И вы, кстати, не хотите. Ну, с вашим мышлением 100%, я даже, мне тут даже не надо подходить даже никуда. Идите в свой факультет журналистики тут и занимайтесь. Ну, что делать-то? Он, если взять 100 тысяч, отдать 200 тысяч, 100%. На пересчете на годовые, неправильно считаете. 100% вот за месяц вы должны отдать, за месяц 100. А уже потом вы... Как? Вот посчитайте к концу года, сколько вы отдадите. Сколько вы взяли, сколько к концу года дадите, тогда проценты исчислите. Общий процент примерно такой, под 2000. Сейчас хотят довести его до 100. Вот прямо как вы говорите, недавно вот я читал в газете, хотят сделать как вы. Это тоже, видимо, плохие люди. У них там слабо как-то с развитием вот целей производства капиталистического. Нет, чтобы поставили себе задачу стать долларовым миллиардером. И нас бы возили тут на корабле по Неве. Я бы вам лекцию читал. Кофейку бы нам хоть налили, мы больше не требуем. Ну, коньячку поставили бы немножко. Не обязательно, чтобы подливать только, пить не будем. Я не буду пить, нет. Но мне надо, чтобы вы слушали как-то, и на лекции привлекательно было приходить. Я не знаю, чем привлечь. Ну все, у нас ничего не дают. В общем, вы подумайте над этим. Посоветуйтесь с товарищами. Так. Ну, чтобы подумать, сделаем перерыв как раз. После перерыва продолжим.